Меня зовут Азиз Русамов. Я из солнечного Узбекистана, с города Ташкент. Обучение в Беларуси мне посоветовал мой друг, который учится в Ташкентском государственном транспортном университете. Получив больше информации об образовании в Беларуси, я точно принял решение, где буду получать высшее образование. С самого детства у меня был большой интерес к авиации. Мечта работать в этой сфере и приносить пользу обществу появилась еще давно. Беспилотная авиация является развивающейся и перспективной сферой деятельности, и за беспилотниками стоит будущее. Преподаватели в БГА очень понятно и доступно преподносят материал, и на парах очень интересно, и время пролетает незаметно. Со всеми возникающимися трудностями мне помогает справляться администрация академии или мои однокурсники, с которыми я уже успел хорошо подружиться. Впечатления только позитивные. Уже в аэропорту Минска я понял, что люди в Беларуси очень добрые. Куда ни пойди, все тепло приветствуют. Минск впечатляет своей красотой, чистотой и порядком. Мне очень нравится гулять по столице, и я хотел бы посетить как можно больше новых мест. Я однозначно советую БГА для тех, кто хочет получить качественное авиационное образование. После окончания обучения я собираюсь вернуться на родину и стать одним из первых специалистов, который будет развивать беспилотную авиацию.